Итак, новым главой Федеральной таможенной службы станет Владимир Булавин. Сегодня глава правительства России Дмитрий Медведев отправил экс-главу ведомства Андрея Бельянинова в отставку. Как сообщается, Бельянинов решил уволиться из службы по собственному желанию. Сейчас по делу Бельянинов проходит в качестве свидетеля, а дело это о контрабанде спиртного. Дмитрий Медведев уже провел первую встречу с новым главой таможни Булавиным. Ну а при обыске в особняке бывшего главы таможенной службы России Бельянинова следователи обнаружили килограммовый слиток золота, 5 самородков и старинные картины. При этом главной находкой стали наличные на сумму больше 100 миллионов рублей. Ну, при этом, правда, известно, что согласно декларации, супруга Бельянинова в прошлом году заработала без малого 47 миллионов рублей, в четверо больше мужа. Обыски прошли в кабинетах заместителей главы таможни Руслана Давыдова и Андрея Струкова. Как заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, высшее руководство таможни подозревает в причастности к незаконному провозу крупной партии спиртного. Обвинения предъявили и руководителям нескольких крупных фирм. Были проведены обыски и по месту жительства и работы президента страховой компании «Арсенал» Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 различных фирм и чья деятельность тесно связана с Федеральной таможенной службой России. Следователями изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования этого уголовного дела. 707. Следование идет уже несколько месяцев, а началось все с того, что на таможенном посту в пригороде Санкт-Петербурга нашли больше 2000 бутылок элитного алкоголя, среди которых коньяк Курвуазье 1912 года, например. Эксклюзивные напитки пытались растаможить как строительный герметик. Очень ловко. После этого спецслужбы арестовали 5 бизнесменов, в том числе миллиардера Дмитрия Михальченко. Его-то теперь считают главным фигурантом дела. Итак, место Бельянинова займет Владимир Булавин, президент России. Владимир Путин уже освободил его от должности полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Булавин – генерал, полковник ФСБ в отставке. Он занимал в том числе пост заместителя директора службы. В 2008 году его назначили первым заместителем секретаря Совбеза Российской Федерации. Полпредом президента Булавина назначили в марте 2013 года. У него много государственных наград, в том числе орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени и орден за военные заслуги. Что нам известно о новом начальнике таможни? Он женат, у него 2 детей, дочь и сын. И вот сегодня стало известно, что он сменит на посту Бельянинова, которого освободил от должности Дмитрий Медведев. Сообщается, что сделано это было по просьбе Бельянинова. Ну, то есть, читай, ушел в отставку по собственному желанию. Ну, а новым полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе вместо Булавина теперь станет Николай Цуканов. Сегодня день больших назначений и отставок, кстати. Указ о назначении Цуканова подписал Владимир Путин. Чтобы занять новую должность, Николай Цуканов покинул пост губернатора Калининградской области. Видите, какие перестановки любопытные. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Евгений Зиничев. И еще одна не менее заметная кадровая перестановка. Владимир Путин досрочно освободил от должности губернатора Ярославской области Сергея Ястребова. Его сменил бывший зам главы МВД Дмитрий Миронов. Ну, надеюсь, вы не запутались и все запомнили.